Картель – клуб суровых трейдеров. Картелевские трейдеры настолько суровы, что цена только с пятого раза пробивает их стоп, а маржин колл с десятого. Картелевские трейдеры настолько суровы, что торгуют даже в нерабочее время. Картелевские трейдеры настолько суровы, что когда они массово открывают позиции, Сорос нервно курит свою трубку и потеет. Картелевские трейдеры настолько суровы, что дают прибыли расти, и она растет. Картелевские трейдеры настолько суровы, что торгуют только платиной и не признают золото. У суровых картелевских трейдеров графики настолько суровы, что ходят не только вправо, но и влево. Картелевские трейдеры настолько суровы, что чертят уровни поддержки гвоздем на мониторе. Придумай свою шутку про картелевских трейдеров, напиши ее в комментариях под этим видео. Победитель получит билет на онлайн-конференцию по заработку на криптовалютах и ICO. Стань одним из нас, присоединяйся в чат трейдеров «Картель» по ссылке в описании.